Самый простой способ сделать откатные ворота самому и не переплачивать за работу. Что для этого нужно? Если делаем сначала, для этого нужно выкопать противовес. В моем случае это 2 метра, он и глубиной сделал как сваи для столбов. Сюда же заложил сразу же закладные со шпильками и все залил. Рельсы и ролики заказывал через Авито, это уже цена с доставкой через ДЭК. Чтобы рельса была прямой, я изначально натянул шнурку и с помощью ведра и клина выровнял. Рельсу и профиль прихватывал в шахматном порядке. Профиль для ловушек я сделал так, потому что у меня не хватило профилей сделать его полностью целиковый. Вертикальные стойки прихватывал справа металлическим прутом, чтоб стоял, а слева доской. И дальше начал обваривать все ворота. Воротня у меня 3 метра, я ее разделил пополам, у меня потому что будет жалюзный забор, подкосов внутри его не должно быть. Сделал один подкос слева и сделал под подкос упор. Ну и вот, в принципе, откатные ворота готовы, каркас сварен. У кого будет наполнение из профлиста, внутри можно еще обварить профилем 20 на 20. Чтобы было к чему прикручивать и сделать горизонтально пополам. В моем случае можно было подвинуть к столбу еще 3 сантиметра. Делал первый раз, всех расчетов не знал. Забор у меня жалюзный, он собирается легко. Для начала надо установить направляющие справа-слева и дальше закрепить сами ламели. В вашем случае может быть профлист. Дверную калитку делал по такому же принципу. Так что если хочешь сэкономить, то конечно лучше делать самому. Потому что за работу, наверное, тоже возьму 1020. А за эти деньги можно купить привод. За место заглушек я запенил, все экспериментирую. Дальше заткну пластиковыми пробками. Так что всем пока, до новых встреч.